Мы провели очень хорошую встречу с президентом Зимбабве, господином Мугабе. We've had a very good meeting with President of Zimbabwe, Mr. Mugabe. Мы доложили о тех договоренностях, которые были достигнуты вчера в ходе заседания межправительственной комиссии, которую провел с нашей стороны министр промышленности Денис Мантуров, и о тех переговорах, которые сегодня мы провели с министром иностранных дел Зимбабве. We have reported on the results of the first session of the Intergovernmental Commission, which was held yesterday with the participation of Minister of Industry Mantuров and the meeting with Minister of Foreign Affairs. У нас с Зимбабве давние, дружественные и очень прочные связи. We're enjoying long, friendly and solid ties with Zimbabwe. Мы поддерживали Зимбабве на всех этапах становления ее независимости. We have been supporting Zimbabwe at all the stages when it was gaining independence. И продолжаем поддерживать друг друга в нынешних условиях, когда на международной арене происходят очень важные и противоречивые события. And we're continuing to support each other in today's condition when very important and contradictory events are taking place in the international arena. И наши друзья в Зимбабве и руководство России убеждены, что искать любых решений в современном мире необходимо исключительно с опорой на международное право, при уважении устава ООН, роли Совета Безопасности ООН и исключительно мирными средствами, избегая каких-либо односторонних, тем более силовых действий. Our friends in Zimbabwe and Russia's leaders are convinced that any solutions must be sought based on international law, respect for the UN Charter, Security Council role, and only by peaceful means, without any unilateral means. Тем более принудительных. Moreover, any coercive means. И в том, что касается перспектив наших двусторонних отношений, то за эти два дня достигнуты договоренности, которые позволят вывести их на качественно новый уровень. And as for prospects of our bilateral relations, during these two days, we have achieved a lot, which will help to bring these relations to a whole new level. Подписывается межправительственное соглашение об использовании месторождения Дарвиндейл совместно с зимбабвийскими и российскими предпринимателями. We are signing an intergovernmental agreement on the joint use of Dovendale deposit together by Russian and Zimbabwean businessmen. Состоялась встреча с представителями лидеров зимбабвийского бизнеса. A meeting took place with the representatives of the leading business Zimbabwean partners. Намечены конкретные планы в сфере экономики и военно-технического сотрудничества. We have set plans in economy and military and technical cooperation. И, конечно, мы договорились продолжать наше сотрудничество в гуманитарной и культурной сфере, включая сферу образования. Многие сотни зимбабвийцев обучаются сейчас в Российской Федерации. And of course, we have agreed to continue our cooperation in humanitarian, cultural spheres, including education. Many hundreds of Zimbabweans are now getting education in Russia. Ну и, безусловно, мы будем продолжать поддерживать друг друга на международной арене, включая координацию действий в ООН и других многосторонних структурах. And of course, we'll continue supporting each other, including coordination of our actions in the UN and other multilateral structures. Мы хотели бы поблагодарить президента Зимбабве, господина Роберта Мугабе, за гостеприимство, которое наша делегация здесь встретила, и пожелать зимбабвийскому народу, зимбабвийскому руководству новых успехов на путях социально-экономического развития своей страны. And we would like to thank President Robert Mugabe for the hospitality that was accorded to the Russian delegation. And we would like to wish to the Zimbabwean people new success in their social and economic development of their country. Спасибо. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you so much.